我很高兴同普京总统举行两年来的首次的线下会晤。2014年啊，我应你之邀啊，去索契出席冬奥会开幕式。当时我们也曾经啊相约8年后啊再到北京来啊出席北京冬奥会。这次可以说实现了我们的冬奥之约。冬奥会开幕日是立春，特别这一天我们见到了普京总统。我们也相信啊，这个新春之会也一定会我们两国关系注入新的活力动力。прежде всего хотел поблагодарить за приглашение на открытие Олимпийских игр. Мы знаем не понаслышке, что это огромная работа. Уверен, что наши китайские друзья проделали ее блестяще. Как всегда, это у вас происходит при подготовке таких крупных мероприятий. Наши посещения во время открытия Олимпиад стали в известной степени традицией. Уверен, что наши спортсмены выступят достойно, и китайские, и российские.